Малину очень любят все, и старый млад. Но немногие знают про все полезные свойства малины, а также ее спектр использования в медицине, производстве гомеопатических и медицинских препаратов, а также травяных чаев. Малина содержит огромное количество витаминов, минералов, кальций, бор, цинк, магний, железо, натрий, серу и массу других веществ. Также там есть салициловая кислота, которая утоляет боль, снимает воспаление и убирает жар. И бета-ситостерин, выводящий холестерин из состава крови и сосудов. А еще малину принято называть женской ягодой, которая замедляет старение, омолаживает кожные покровы, нормализует давление, а также помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек на коже. Но все это относится не только к ягодам малины, но и к ее листьям. Отвар или чай из малиновых листьев – это уникальный жаропонижающий напиток, который обладает муколитическими свойствами, нормализует сон, восстанавливает идеальное кровеносное давление, улучшает пищеварение и оказывает на организм общеукрепляющее действие. Чай из малины помогает заживлять раны, уменьшать боль при менструациях у женщин, спасает от кровотечений и слишком жидкой крови, поскольку в составе напитка очень много флавоноидов. Лучше всего заваривать малиновый чай из свежих листьев, если они есть у вас в наличии, но и сухие тоже подойдут. Листья измельчаем, заливаем на 2 часа горячей водой или кипятим и оставляем на 15-20 минут для заваривания. На пол-литра чая берем приблизительно 2 столовые ложки листьев.